Военные полицейские Северного флота провели экскурсию для североморских школьников. Военные полицейские продемонстрировали ребятам вооружение и специальную технику. Различные виды современной экипировки, позволяющие выполнять задачи в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики, на суше и на воде. Дети с удовольствием примеряли на себя бронированные спасательные жилеты, посидели за рулем спецмашин и прикоснулись к боевому историческому оружию. Заключительная часть встречи была посвящена ответам на вопросы подростков, которых заинтересовала служба военных полицейских.